Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 25 мая. 25 лет назад не стал одного из лучших представителей остинского народа, вспоминая Алёша Гуцместа. Отверстие, образовавшееся в стене, до сих пор так и напоминает о тех страшных событиях. 25 лет тому назад здесь был убит талантливейший писатель. Четвероногие друзья, несущие ежедневную службу по охране госграниц, завершили соревнования пограничных кинологов. Призовые места. Югостинские спортсмены приняли участие на первенстве Европы по армспорту. Только что стало известно, что президент Анатолий Бибилов подписал ряд указов о назначении Медоева Дмитрия Николаевича на должность министра иностранных дел, Хабалова Аза Константиновна назначена на должность министра финансов, Гасиева Наталья Константиновна на должность министра образования, Лалиева Залина Юрьевна на должность министра юстиции, Засеева Жанна Виссарионовна на должность министра культуры, Кокоев Геннадий Гирсанович на должность министра экономического развития, Татаев Алан Сергеевич на должность министра по чрезвычайным ситуациям. Указы вступают в силу со дня их подписания. К другим темам. Поэт, прозаик Алёш Гуцмест ушел из жизни в расцвете сил. Он был патриотом Родины, работал, мечтал о мирной созидательной жизни своего народа. И, наверное, многое бы воплотилось в жизнь, если бы не события 92-го года. Сегодня Алёша вспоминают те, кто его знал, любил. Вспоминают события 25-летней давности, когда не стало одного из лучших представителей остинского народа. Цераса Козаева продолжит. 1992 год, ставший одним из самых трудных, жаждущий войны и кровопролития, грузины не хотели останавливаться. Многочисленные жертвы с нашей стороны и вражеские снаряды не жалели никого. 25 мая 1992 году в возрасте 40 лет во время массивных обстрелов погиб осетинский прозаик и поэт Гуцмест Алиш. Он за свою короткую жизнь успел оставить осетинскому народу богатое наследие. Писал свои произведения, скрупулезно подходя к каждому предложению, продумывая до мелочей каждое написанное слово. Мелитон Казиев дружил с Алешем. Он вспоминает, как они работали вместе, как Алеш стремился писать. Я редактировал его тексты, когда работал в Доме печати. И какие бы замечания я ни делал, он обращал на это пристальное внимание. И даже на мелкие детали. Это говорит о том, что он продумывал свои произведения. Он долго думал, с чего начать, не раз переделывая, выбирая варианты. Он старался для своего читателя, чтобы ему было интересно его читать. Некоторые произведения писателя вышли в свет после его смерти. Рахсана, Азарут Ирона Улэппута. Но особое место в творчестве Алеша занимает роман Даудафар «Благородство твоей души». Роман о родине, о предназначении человека на земле. Я помню, как широко обсуждали в обществе знаменитый роман «Даудафар», когда книга вышла в свет. И правда, роман потрясающий. Ведь Алеш так понимал все тонкости человеческой души, понимал жизнь, и это удивительно. Гуцмест Алеш не думал покидать родной Цхинвал во время грузинской агрессии. Он продолжал работать, писать, мечтал, что когда-то станет спокойно, и он сможет вплотную заняться творчеством. С крыши этой пятиэтажки в микрорайоне Гафес остинские ополченцы не раз обстреливали грузинские позиции, которые находились совсем близко. В этот день с ними здесь находился и Гуцмест Алеш, который прямым попаданием грузинского снаряда был убит. Отверстие, образовавшееся в стене, до сих пор так и напоминает о тех страшных событиях, о том страшном дне, когда 25 лет тому назад здесь был убит талантливейший писатель. В тот день рядом с Алешем находился сосед, преподаватель ЮГУ Илья Хугаев. Они вместе поднялись на крышу дома, но не успели спуститься с того злосчастного места. Их вдвоем накрыл вражеский снаряд. Илья рассказывает, что часто перед глазами проносится последний миг, последний взгляд талантливого писателя.
Прямо там мы находились, поднявшись на крышу. Понаблюдав оттуда за происходящим, мы не успели спуститься. Грохот, пыль. Я ничего уже не увидел. Я лишь позвал Олеша, но он так и не ответил. Я начал искать его. В темноте я не рассмотрел, что он лежал прямо у моих ног. Я приподнял его. Олеш лишь посмотрел на меня и уже ничего не смог сказать. Он был выдающимся писателем. Был очень хорошим, скромным, культурным человеком. Олеж жил совсем близко к тому жилому корпусу, где погиб. Теперь здесь висит мемориальная доска, чтобы поколения не забывали и знали своих героев. Он был по-настоящему великим писателем, ярким представителем народа. Почитателей творчества писателя множество. В его книгах живет бесконечная любовь к осетинскому народу. Олеж очень популярен среди читателей. Его любят, часто читают. Лучшим представителям осетинского народа бесспорно можно отнести прозаика и поэта Олежа Гоцмаста. И сегодня мы по праву гордимся этим. Зраса Кузаева, Ида Кочева. Информационный выпуск сегодня. Настоящие друзья, на которых можно положиться в любой ситуации. В республике прошли соревнования пограничных кинологов. Собаки показали отличные результаты по нескольким дисциплинам, и это закономерно, так как отбор служебных собак жесткий. Подготовка и дрессировка ежедневные. Работа напряженная, ведь охрана государственной границы – дело ответственное. Елена Газаева с подробностями. Завершились соревнования пограничных кинологов, проходивших с 23 по 25 мая, приуроченные ко дню пограничного кинолога. Проходили соревнования по нескольким дисциплинам: обыск местности, следовая работа, выборка вещей, полоса препятствий, задержание и конвоирование. На данных соревнованиях участвуют 9 специалистов-кинологов по виду разыскная служба. Соревнования проходят второй этап пограничного управления ФСБ России Республики Южная Осетия. Отбор пограничных собак ведется строгий. Проверяют физическое здоровье, состояние психики и то, насколько хорошо животное поддается обучению. Служебные собаки не должны быть агрессивными, нервными и раздражительными, иначе они будут плохо управляемыми и начнут бросаться на людей без всякого повода. И, конечно, четвероногие пограничники проходят особый курс подготовки. Обучают их в учебном центре в городе Вязьмы. И после 4-месячного прохождения курса подготовки и дрессировки собаки приступают к службе на границе. К этому времени возраст рабочих собак достигает 1 года, а служат они до 8 лет. Бывает, когда оставляют их до 10 лет. Это определяет кинолог по состоянию собаки в зависимости от породы и ее работоспособности. После обучения в учебном центре собака уже считается подготовленной, потому что там происходит 4 месяца, ее за этот период подготавливают, и она прибывает уже к нам готовая выполнять задачи по охране государственных границ. После того, как они отработали, они уходят на пенсию, заслуженный отдых, и, как правило, вожатый забирает к себе домой. В завершении конкурса сегодня прошло награждение кинологов, участвовавших в соревнованиях. Сегодня мы с вами подводим итоги данной работы, те традиции, которые были привиты еще в царской России, они остаются неотъемлемыми традициями. Первое место по итогам соревнований с общим количеством баллов 928 заняла команда отдела населенного пункта Тминис. Так держать. Служу Российской Федерации. Пограничники всегда на посту, ведь на государственной границе не может быть выходных и праздничных дней. Никакие приборы и техника не могут заменить служебных собак. А самое важное орудие пограничной собаки – чутье. Эминер Заев – кинолог со стажем. Он рассказал нам, как решил стать кинологом, что привлекло его в этой профессии и как вместе со своим четвероногим другом повседневно занимается. В детстве была у меня собака. Звали ее Шарик. Мне очень нравилось с ними заниматься там. Из-за этого, когда я попал в армию, так получилось, повезло мне, я попал служить кинологом. Сейчас в данный момент у меня пес Барон. Он у меня с рождения, то есть я его воспитывал со щенка. Постоянно он везде со мной был, с ним я проводил большую часть своего времени за весь день. Сначала клички приучал. За свою службу барон, как он стал разыскным, он задержал 8 нарушителей государственной границы.
Собаки понимают команды инструктора-кинолога, данные не только голосом, но и жестами. Живут на погранзаставах собаки в специальных вольерах и становятся настоящими друзьями для своих хозяев. Барон, наш сегодняшний герой, работает в сфере разыскной деятельности третий год. Первый раз участвовал в соревнованиях и уже занял призовые места. Вне службы собака миролюбивая, дисциплинированная. В присутствии хозяина даже поздоровалась со мной. Елена Газаева, Зауростаев, информационный выпуск сегодня. Комитет государственной безопасности республики информирует, что в связи с усилением мер безопасности в день выпускных вечеров в школах 26 мая с 20 часов не будет осуществляться пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы республики Южная Осетия с Грузией. Работа пунктов пропуска возобновится в 7 утра 28 мая в обычном режиме. Исполняющий обязанности председателя парламента Республики Южная Осетия Инал Мамиев поздравил председателя парламента Республики Северная Осетия Аланя Алексея Мачнева с днем образования парламента Северная Осетия Аланя. Спикер пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и реализации планов. Согласно плану модернизации сети дошкольного общего образования, подписанного на 14-м заседании Межправкомиссии, создан новый проект «Школа-детский сад». Проект претворен в жизнь в селе Хитогурово. И сегодня на открытии было отмечено, что это большое событие, так как за 202-летнюю историю села это первое дошкольное образовательное учреждение. Подробности расскажет Сима Техова. Проект «Школа-садик» реализован в селе Хитогурово Цхинвальского района. В открытии садика приняли участие глава района Алан Плиев, исполняющий обязанности министра образования и науки Натали Гассиева и другие работники образования. Алан Плиев поздравил всех присутствующих с этим хорошим событием и выразил надежду, что садик будет пользоваться большим успехом, и дети с удовольствием будут сюда ходить. Долгое время, еще со времен Советского Союза, жители села хотели, чтобы у детей был свой детский сад. И это нам удалось сделать сейчас. С Божьей помощью этих детей должно быть больше и больше. И, наверное, с администрацией этого села мы подумаем над оборудованием нового зала. Глава Хитогуровской сельской администрации Борис Габараев поблагодарил всех, кто принимал участие в создании этого проекта и сказал, что с нового учебного года детей прибавится. 202 года село Хитогурово, и первый раз здесь открылся детский сад. И мы очень благодарны всем за это прекрасное событие. Детей застали за едой, после чего у них был тихий час. Далее проверили санитарно-гигиеническое состояние садика, обсудили организационные вопросы, в чем нуждается еще садик. Исполняющая обязанности министра образования и науки Натали Гассиева пообещала в подарок комплект игрушек для детей. Мы видели, что мы сделали достаточно много. Мы хотим выразить благодарность администрации района, районному отделу народного образования за оперативность в реализации данного проекта. Район испытывал большую потребность в дошкольном образовательном учреждении. Конечно, его постройка, она обошлась бы большую сумму, и это долгий длительный процесс. Мы начали, в принципе, с нуля, и сегодня садик функционирует. Конечно, много чего еще нет. И есть определенные планы, и со временем мы будем их реализовывать посредством усилий и районного отдела народного образования, и администрации района, и, конечно, Министерства образования и науки нашей республики. Работники садика попросили игровую площадку для детей, отметив, что если появится и игровая площадка, то многие родители переведут своих детей из города сюда, в Хитогурово. В садик сделали отдельный вход, а в скором времени облагородят и двор, чтобы дети могли играть. Начальник отдела общего дошкольного образования Министерства образования Аза Ханикаева отметила, что воспитатели сада должны пройти собеседование и курсы повышения квалификации в других садиках. А при необходимости Министерство направит их за пределы нашей республики. Садик нуждается также в учителе музыки и логопеде. Сима Техова, Алим Бетеев, информационный выпуск сегодня. Сегодня в Знаурском районе прошел вечер памяти поэта, прозаика Исидора Кузаева. 1 мая ему исполнилось бы 88 лет. В своих произведениях он восхвалял народ Осетии, был патриотом и посвятил жизнь служению Родине.
Эти две поэтические строки полностью характеризуют Исидора Козаева. Поэт, прозаик, человек, который всю жизнь посвятил служению Родине. Исидор Козаев – один из лучших поэтов 20 века. 1 мая ему исполнилось бы 88 лет. Он родился в селе Корни Снаурского района. Здесь каждый раз в его честь проводятся творческие вечера. И сегодня в Бехмарской средней школе силами трех школ – Цорбийской, Корнийской и Бехмарской – был проведен вечер памяти. Я лично был знаком с многими из писателей и людей, внесших большой вклад в развитие осетинской литературы и языка. Но такого человека, как Исидор Козаев, я не встречал никогда. Человек с большой буквы, патриот, он любил всех людей, которые его окружали. Никогда не слышал, чтобы он о ком-то говорил плохо. Поэт от Бога. Исидор Козаев свою творческую деятельность начал в пединституте, где преподавал осетинский язык. Но его всегда привлекала журналистская деятельность, поэтому он начал печататься в местных СМИ. Его первые стихи уже тогда с большим воодушевлением встречал читатель. Библиотеки всех трех школ получили книги от Мелитона Казьева. Среди них и сборник стихов Шамиля Джикаева. Все книги достойно пополнят школьные библиотеки. Эльвира Тибилова, Регина Черткоева, Азаур Устаев. Информационный выпуск сегодня. Творческие коллективы пограничного управления и отдела культуры Дзявского района ко дню пограничника подготовили концертные номера. Праздник удался на славу. Звучали поздравления, были подарки, царила радостная атмосфера. Ко дню пограничника в Залском районе прошел праздничный концерт, организованный пограничным управлением ФСБ России в Республике Южная Осетия. С профессиональным праздником пограничников поздравил начальник пограничного управления ФСБ России в Республике Южная Осетия генерал-майор Анатолий Уткин. Также виновников мероприятия поздравил и глава администрации Залского района Владимир Келихсаев и преподнес им памятный подарок. Уважаемые пограничники, друзья, от имени администрации и жителей Дзялского района поздравляю вас с этим прекрасным праздником, с Днем Пограничника. Желаю вам и вашим семьям, прежде всего, здоровья, счастья, благополучия. Я как пограничник знаю вашу нелегкую, трудную, но ответственную службу. Огромное вам спасибо, что вы охраняете нашу границу и наш покой. Спасибо и с праздником вас, товарищи! В течение 8 лет сотрудники пограничного управления добросовестно выполняют ответственные задачи по охране государственной границы Республики Южная Осетия, обеспечивая мир и спокойствие границ в тесном взаимодействии с пограничниками Южной Осетии. В ходе осуществления совместной пограничной деятельности в 2016 году за первое полугодие текущего года задержано 247. В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия. А всем жителям Республики Южная Осетия мирного неба над головой и дальнейшего процесса. В концертной программе приняли участие творческие коллективы пограничного управления и отдела культуры Дзявского района. Мероприятие прошло на высоком уровне. Музыка играла весь вечер. Несмотря на дождливую погоду, зрительный зал был переполнен. Эльвира Тибилова, Лена Тедеева, Лариса Битеева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня праздник Вознесения Господня. В этот день в храме Рождества Пресвятой Богородицы прошли праздничные богослужения. В Южной Осетии его называют Зардаварен. Тему продолжит Марьяна Чучьева. В этот день по всей России в храмах прошли праздничные богослужения. Так, в храме Рождества Пресвятой Богородицы города Цхинвал наравне со всем православным миром отслужили божественную литургию.
Вознесение на небо Господа Иисуса Христа обозначило завершение Его земного служения. В условиях современного прогресса особо важно быть частью Церкви. Противники веры искажают Священное Писание, выдавая Евангелие за истории, которые помогают действовать людям в тех или иных жизненных ситуациях, проповедует отец Яков. Сам Христос сказал, что, скорее всего, этот мир перевернется, он исчезнет. Но ни одна буква из Священного Писания, хоть даже чуть-чуть не повернется. Все, как оно и есть. И Святое Вознесение Христово, оно есть то великое событие, когда люди увидели своего Бога именно таким, каким они всегда хотели видеть Бога, возносящимся на небо, там, где всегда Он должен быть. Как сообщил отец Яков своим прихожанам, ведется набор на курс катехизации, то есть изучение основ христианской религии и вероучения Церкви человеком для принятия крещения или утверждения в вере. Курсы начнутся после празднования Дня Святой Троицы. И не важно, запомните, крещенный он или нет, не важно. Те, наоборот, не крещенные, если кто-то хочет креститься, вы им говорите, что после Троицы будут курсы, и вот будешь на курсы ходить, где тебе твою веру объяснят, и после этого, как положено, как раз так ты и покрестишься. А кто крещенный, тоже ничего страшного, вам надо обязательно приходить. И очень важно, что священник, вот кто будет проводить катехизаторские курсы, мы отца Нестора попросим, чтобы он нам помогал. Значит, он очень важно, чтобы вы именно прошли с первого по последний вот урок, потому что очень многие вещи будут говориться, если будете пропускать лето, то он не сможет вам должным образом все объяснить. Марьяна Чочиева, Арнольд Харебов, информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Впервые в истории спорта нашей республики 4 угостинских спортсмена приняли участие на первенстве Европы по армспорту. Они показали отличные результаты. Выиграли 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Подробности у нашего спортивного обозревателя Батрат Захурьева. Представители нашей республики в соревнованиях участвовали в составе сборной России. В очередной раз среди молодежи не было равных Суслану Гасиеву. Он боролся в весовой категории до 90 килограммов. В этом весе боролись 13 спортсменов. Суслан был сильнее представителей Украины, Грузии, Греции, Литвы, Венгрии, Турции и Польши. Суслан выиграл их левой рукой. В финале он одолел спортсмена из Грузии Давида Тедурадзе. Чемпионат прошел на высоком уровне. Участники были сильными. Организация была на высоком уровне, и спортсмены были хорошо подготовлены. Уже 4-й раз принял участие на первенстве Европы, и могу сказать, что сейчас оно было самым сильным. Левой рукой в финале боролся с нашим российским спортсменом, а правой в финале встретился с представителем Грузии, и его тоже выиграл. Труднее всех с ним было бороться. Из соперников он был самым сильным. Об уровне первенства Европы говорит и тот факт, что в некоторых весовых категориях действующие победители мира не смогли попасть даже в тройку призеров. Суслан Гасиев принял участие и в соревнованиях среди взрослых спортсменов. Он боролся только левой рукой. Он выиграл несколько сильных спортсменов и стал обладателем бронзовой медали. Бронзовая медаль среди взрослых, конечно же, ценнее моих золотых, которые выиграл среди молодежи, потому что соревнования среди взрослых все-таки проходят на самом высоком уровне, они сильнее. Мог и лучше выступить, но бронзовая медаль тоже хороший результат. Среди взрослых не стал бороться правой рукой, так как до конца еще не вылечил травму. Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, которые следили за нашими выступлениями и ждали хороших результатов. Золотой медалью в скинвал вернулся и Эдуард Хабалов. Он такого успеха добился, борясь правой рукой в весовой категории до 65 килограммов. Он соревновался с представителями России, Турции, Грузии, Украины, Польши и Словакии. Эдуард в финале был сильнее другого представителя России Дмитрия Мишина, которому он проиграл в предварительных схватках. Но ученик 5-й школы настроился к финалу и смог добиться успеха.
Впервые поехал на первенство Европы. Давно готовился. Трудно было, но все равно смог добиться поставленной цели. В первой схватке выиграл представителя Грузии. После два раза боролся с представителями Турции. За выход в финал встретился с российским спортсменом. Он меня победил. Но после лучше настроился к финалу, проанализировал все свои ошибки и в финале выиграл его два раза. В финале я с ним боролся два раза, потому что до этого он ни разу не проиграл. И по регламенту соревнований проводятся финал и суперфинал. Хочу сказать спасибо тем, кто нам помог. Особо хочу поблагодарить нашего президента Анатолия Бибилова. Также впервые в спортивной истории нашей республики югостинская спортсменка приняла участие на первенстве Европы. Ученица Цхинвальской школы-интернат Милена Догузова в самой тяжелой весовой категории выиграла две медали. В первый день она левой рукой заняла третье место, а во второй соревновательный день правой рукой стала второй. Конечно же, хорошо готовилась к первенству Европы, но так получилось, что в финале не смогла выступить должным образом с представительницей Словакии. Но все равно довольна своим результатом. Впервые приняла участие в этих соревнованиях. Мне там очень понравилось. Буду дальше готовиться, чтобы в следующий раз занять первое место. Сейчас в финале проиграла по фолам. Хочу сказать спасибо директору нашей спортшколы Руслану Бибилову и представителю комитета по молодежной политике и спорту Сергею Засееву. Неплохо выступил и четвертый представитель нашей республики Арсен Хабалов, но ему не хватало опыта выступлений на таком высоком уровне. Подготовили спортсменов Валерий Джоев и Алан Бетеев. Батрас Хуриев, Азамат Кузиев. Информационный выпуск сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 26 мая. В Заурском районе республики завтра, 26 мая, переменная облачность. Днем температура воздуха плюс 18, ночью плюс 9. В Царском районе переменная облачность, днем плюс 19, вечером дождь, ночью плюс 9. В городе Квайса переменная облачность, днем плюс 17, ночью 7 градусов тепла. В Ленингорском районе Южной Осетии переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 20, ночью плюс 11. В столице республики в Цхинвале переменная облачность, днем плюс 19, ночью плюс 10. На этом наша программа подошла к концу. Напоминаем, что наши выпуски вы сможете посмотреть на сайте государственного телевидения gtrk.ir.ru. Я Ирина Чуоева, желаю вам всего доброго и до свидания.